60 километров до Мазыра, 100 до Гомеля и 330 до Минска. Палеской глыбинкой хоники назвать нельга, але до буйных городов еще необходимо доехать. Правда, что тыжется выступлений ведомых белорусских выканавцев, то гэты райцентр яны приезжают. И довольно часто. Тем больше, что глядачи тут удячные. Организаторы еще не поспели расклеить афиши об гастролях ансамбля «Беседа», а у кассах уже не засталося ни одного билета. Галина Гушча на концерт приехала с вёски Борисовщина. Кажа, вельми уже хотелось послухать любимых артистов. Ну, решили пойти на концерт, потому что это наш любимый ансамбль белорусский, и решили поглядеть. Кожное выступление «Беседы» – видовище яркое и неповторное. Высокий выканавший узровень и индивидуальность кожного артиста никого не покидают абыяковым. «Беседа» – удельник международных фестивалей у Швеции, Португалии, Кореи, Австрии, Румынии. Але и от выступления у невеликих белорусских залах коллектив николи не отмовляется. Ансамбль «Беседа» выступает всегда одинаково. Будь это 2050, 500, 300, я не знаю, человек. И самое главное, что мы очень счастливы приезжать в города, в маленькие города, в глубинке, в деревне, где, может быть, даже еще и не было концертов никаких, потому что мы работаем с полной отдачей, с полными эмоциями. У составе заслуженного коллектива Республики Беларусь, ансамбля народной музыки «Беседа» два представники Гомельской области. Солисты Светлана Сусельщик и Валентин Кириленко. А пошний, например, народился у вёсцы Гаули Будокошелёвского района. Кажа, что на выступлениях часто сустракая земляков, спевать перед якими – додатковая отказность. Отказность великая перед своими земляками. Чего ты досягнул на неким этапе своей творческой деятельности и показываешь себе, на что ты здольный. Дарэчы, на концерт у Хойники Валентин Кириленко приехал с сыном Романом. На сцену с коллективом хлопчик покуль выходить не может, але вельми до этого рыхтуется. Люблю я спевать, играть на цимбалах. Люблю еще танчить вельми удало. Про нашу родиму, зеленый наш гай. С батьками своими славляем наш край. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Хойник.